Атабаэхсан представляет. Аллах говорит: «Я вас непременно испытаю». Аллах не говорит: «Вас люди будут испытывать, что-то другое, какое-то творение». Именно Аллах говорит: «Я вас испытаю непременно голодом, страхом, потерей имущества, потерей близких, какими-то нуждами». И обрадуй, говорит о Мухаммад, тех, кто проявил сабр, терпение. Что такое терпение? Вот определение слова терпение в чем заключается? Это не когда человек с внешней стороны спокойствие проявляет, а внутри он считает, что за этой проблемой стоит именно тот, через кого Аллах его испытал. Сабр – это когда человек за этим испытанием видит Всевышнего Аллаха, что сам Всевышний испытывает. Потому что Аллах говорит: «Я вас буду испытывать через чьи-то руки, через какие-то моменты, через людей» и так далее. И настоящий верующий человек, который делает сабр, он видит за этим всем Всевышнего Аллаха, как Аллах нам говорит. Это говорят те люди, Всевышний говорит, которые, когда их коснулась какая-то печаль, какое-то горе, они сказали, они говорят: «Мы от Аллаха и к Нему наше возвращение». То есть мы, то, что наша любая утрата, будь то здоровье, близкие, какое-нибудь авторитетное положение, деньги, что бы ни было, то, что Аллах к нам давал, не нам, когда Аллах забирает, мы говорим: «Это все Аллах тебе принадлежит и так. Ты к нам давал и обратно ты забрал». Вот с таким пониманием живут верующие люди. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.